Друзья, добрый день! Приветствую вас на канале Boston Technic. Меня зовут Андрей. Сегодня ваше внимание представляю вот такую сеялку. Сеялка у нас СЗ-5.4 червонозирка 2005 года. Сеялка в отличном техническом состоянии, полностью исправна. Несмотря на то, что есть у нее, конечно, кое-где сварка. Но, тем не менее, в данный момент сеялка, в принципе, в рабочем состоянии осталась. Только вот здесь кое-где не хватает 7 проводов. Но это на это сделаем скидку. Сейчас по традиции обойдем со всех сторон, я подробнее покажу все. Что данной сеялки дышло складное. Выработка есть, конечно, но не такая большая. Значит, показываю вам сошники. Все сошники на месте, все они в наличии. Цепи, привода, звездочки, все на месте тоже. Маркеры есть. Здесь тарелочку от маркера укомплектуют. А второй маркер. В принципе, это колесо вообще новое, от слова совсем. Еще шипы, резинки. Здесь у нас также надо укомплектовать 7 проводами. Значит, бункера. Бункера целые, не гнилые. Все целенькое. Леечки все на месте, звездочки тоже присутствуют, здесь тоже все есть, продается в том состоянии, которое есть, цена приятно вас удивит, вложения здесь минимальные. Друзья, обращайтесь, данная техника у нас в наличии. Мы находимся в городе Волгоград, улица Историческая, 183. Приезжайте в гости, обязательно все вам расскажем и покажем. Спасибо за внимание.